Жил человек рассеянный на улице Бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать. В рукава просунул руки, оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Надевать он стал пальто, говорят, ему не то. Стал натягивать гамаши, говорят, ему не ваши. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Вместо шапки на ходу он надел сковороду, вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Однажды на трамвае он ехал на вокзал, и двери открывая, вожатому сказал: «Глубокоуважаемый вагоноуважатый, вагоноуважаемый глубокоуважатый, во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзал остановить?» Вожатый удивился, трамвай остановился. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Он отправился в буфет покупать себе билет, а потом помчался в кассу покупать бутылку квасу. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Побежал он на перрон, влез в отцепленный вагон. Внес узлы и чемоданы, рассовал их под диваны, села в углу перед окном и заснула спокойным сном. «Это что за полустанок?» — закричал он с позаранок. А с платформы говорят: «Это город Ленинград». Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко. Увидал большой вокзал, удивился и сказал: «Это что за остановка? Балагое или Поповка?» А с платформы говорят: «Это город Ленинград». Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко. Увидал большой вокзал, потянулся и сказал: «Что за станция такая? Дибуны или Ямская?» А с платформы говорят: «Это город Ленинград». Закричал он: «Что за шутки? Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград». Вот какой рассеянный с улицы Бассейной.